Всем привет, друзья! Очередной контракт на канале, очередной видос. Вот сегодня я решил напилить такой видос про такие контракты на так называемую синьку, промышленное качество. Это вот немного поношенное. Вот смотрите, друзья, объясню суть контракта, крафта. Здесь у нас получается 11 скинов, нужно 10 обмен к одному. Где больше преувеличивают это скины, там из этой коллекции, по идее, выпадает. Вот здесь больше, видите, Глок 18, гремучая смесь, их 3 штуки. Соответственно, с этого должно выпасть. Дальше по списку это десерт Ягли, метеорит. Это после полевок, это у нас получается после полевок. После полевок, вот скорее всего, десерт Ягли выпадет после полевок, друзья. Было бы интересно, да. Если вот ЭВП-шки 2, да, ЭВП, то тоже... Получается, выпал бы анодированная синева, по идее. Вот, с этого, с яблока должно, по идее, десерт, тоже ягли, тоже метеорит, друзья, и с этих тоже метеорит. Но все-таки думаю, что все-таки метеорит выпадет. Так, видос идет. Так, здесь у нас, получается, выпадывает ПП Бизон Латунь, наверное, ерунда. А здесь у нас, получается, должно выпасть ФАМАС Демонтаж. Вот, ну давайте вот сейчас посмотрим. Наверное, все-таки вот я сделаю больше, наверное, 2 ЭВП-шки, наверное, больше добавлю, чтобы у нас все-таки на анодированную синеву, если 2 добавить, получается. Ладно, черт с ним, давайте их 2 добавим. Здесь получается десерт Ягли преимущество. Здесь тоже десерт Ягли преимущество. Ну вот давайте сейчас проверим эту теорию, так сказать, выпадет или нет. Здесь тоже на латунь. И здесь у нас получается ФАМАС демонтаж, друзья. Вот, 10 штук к одному. Все готовы, друзья. Раз, два, три. Блин, смокинг. У меня уже есть такой прямо с завода, рублей 120-130 он стоит. Это не прямо с завода, рублей 70 примерно он стоит. Это после полевок, друзья. Давайте посмотрим цену. Сорок рублей, друзья. Ну вот, от 67 рублей выпадает такой вот, получается, ЦЗ-шка автосмокинг. Так, ладно, черт с ним, давайте ее поставим, эту ЦЗ-шку откроем, хоть посмотрим, как она выглядит. Не показывает, друзья. Вот такой флот 0.166. Один к одному. А это у нас был, получается, USP-шка. Так, почему не открывается, непонятно, друзья. Не хочет открываться, не хочет. Так, ладно, черт с ним, друзья, давайте за террор, наверное, да, ее поставим эту. И пробежимся на такой карте, вот обычный бой насмерть, друзья, погнали. Когда берете полуавтомат, СЗ-шку, очень выгодный вариант, это если брать калаш и вместо пистолета все-таки взять вот это вот полуавтоматический такой пистолет. Вот, в игре очень удобно, иногда больше патронов. Вот из такого промышленного качества ширпотреба выпала, такая синька выпала, ЦЗ-шка. Наверное, друзья, давайте отмену сделаем. У нас выпало около 67 рублей примерно он стоит. Я не показал, сколько те скины стоят. Сейчас надо посмотреть. Долго думают, все тут тормозит интернет. Так, ладно, черт с ним, выйдем отсюда, друзья. Давайте мы отсюда выйдем. И посмотрим, получается, сколько действительно стоят эти скины. Сейчас пока тут не обновилось, друзья. Вот, смотрите, да? Вот. Лесные листья стоят 6 рублей. Их 2 штуки было, это уже 12, друзья. Потом вот эта ерунда. 22. 22. И этих по 7, получается, 21. 41, друзья.
41-51. ЕВП-шка 6 рублей. ВП-шка 6 рублей. Ну, где-то примерно так и вышел, друзья. Давайте сейчас обновим. Это все обновим. От 60-70 рублей. Ну, это получается, я практически к нулям, друзья. Пришел к нулям. Пришел к нулям. Да. Вот на сегодня такой видос, друзья. Всем спасибо огромное. Всего доброго. До свидания. Всем пока.